Это видеозаявка на шоу «Гонщики». Приветствую организаторов, приветствую зрителей, которые посмотрят это видео. Зовут меня Ковалев Игорь, живу я в городе Сочи. Мне 31 год, стаж вождения составляет почти 10 лет. Но это официально, если не официально, то гораздо раньше за рулем. Вся моя жизнь проходит в дороге. За день бывает я накатываю и по 100, и по 200 километров, соответственно, опыта мне хватает. А есть еще очень большой плюс, то что я родился в городе Сочи, и, соответственно, те, кто родился в городе Сочи, мы просто вынуждены научиться ездить очень хорошо и очень профессионально, скажем так. То есть повороты и все остальное для нас это не ново, абсолютно не ново. Вот. Есть очень большое желание, да, огромное желание участвовать в этом шоу. Я, конечно, надеюсь, что эта заявка пройдет. Мне дадут шанс поучаствовать. Не столько из-за призов, нет, а сколько, да, из-за именно духа победы, духа соревнований, из-за самого участия, да, вот, получить адреналин, получить массу эмоций, впечатлений, новых каких-то там знакомств, и вообще просто поучаствовать именно вот в гонке, да, побыть на треке. Это мечта всей моей жизни. С самого детства, когда я занимался картингами, потом родители не дали мне возможности заниматься автоспортом, вот до сих пор я еще брежу этой мечтой погоняться. Очень надеюсь, что эту мечту мне помогут осуществить. Почему я считаю, что я могу участвовать в этом шоу? Да потому что я очень хорошо вожу машину. Всю жизнь брежу гонками, я брежу автомобильным миром, я всю жизнь вращаюсь в автомобильном кругу. То есть это автосервис, это машина. Есть своя мощная машина, да, с объемом 2.8, которая сейчас стоит на станции, будет готовиться тоже для гонок. Но это будет дальше, то есть сейчас на данный момент она еще не гоночная машина. Вот. Очень хочется попасть, очень хочется поучаствовать в этом шоу, показать себя. Показать какие-то, да, свои умения именно в вождении автомобиля, поучаствовать, именно посоперничать, да, попытаться победить. Я говорю, победить не из-за того, чтобы получить приз, а просто из-за того, чтобы поучаствовать, доказать себе, что ты чего-то достоин, что ты что-то можешь. Вот. Я очень, конечно, надеюсь на то, что вы меня выберете, потому что будь я на вашем месте, но на вашем месте я, конечно, не буду, но я бы на себя поставил, я бы рискнул дать себе шанс. Вот. А так как еще и скоро Новый год, то в принципе было бы очень хорошим таким предновогодним подарком пропустить меня в это шоу и дать мне возможность поучаствовать. И поверьте, я вас не разочарую. Вот. Ну, в принципе, все сказал, что хотел сказать. Выбирать в любом случае вам. Ну, на вашем месте, я повторюсь, я дал бы мне шанс, скажем так. Зрителям, которые увидят это видео, друзьям, знакомым, подписчикам, так как я видеоблогер, это видео будет на моем канале. Большая просьба, да, кто не пожалеет, поставьте лайки, потому что каждый лайк, каждый просмотр – это потенциальный шанс, да, мне попасть в это шоу. Все, всем спасибо за внимание, надеюсь на то, что пройду шоу, и до новых встреч.